Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Во вторник фьючерсы на нефть торгуются с повышением, так как внимание рынка сосредоточено на конфликте в Сирии и предстоящей публикации по запасам нефти в США. Нефтяные фьючерсы марки WTI с поставкой в октябре прибавили 49 центов или 0,5%, укрепившись до отметки в $106.40 за баррель. Контракты на североморскую смесь Brent тоже повысились, так как октябрьские фьючерсы отыграли 42 цента или 0,4% до $111.15. США за баррель. Росту цен способствовали заявления госсекретаря США Джона Керри, которые подтвердили факт использования сирийскими властями химического оружия против мирных граждан. Кроме того, политик сказал, что нужно нести ответственность за подобные действия. Также поступила информация, что США уже советуются с союзниками по поводу того, какие шаги предпринять против сирийского режима. Кроме того, нефтяные инвесторы следят за выходом статистики по запасам черного золота в США на неделю до 23 августа, которую ведет Американский институт нефти. Релиз данных назначен на час ночи по московскому времени. Аналитики, опрошенные Platts, ждут сокращения запасов на 250 тысяч баррелей. Кроме того, Управление по информации в области энергетики США опубликует свой отчет по складским запасам нефти в США в среду. Это были новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.